дебри. Ох, друзья, потихоньку шмотки сношу. Фух. Пока все снесешь, эти столик, кресло, макушка, вы поняли. Сегодня макуха будет, дай бог, в деле. Тьфу-тьфу-тьфу. Не будем загадывать. Ну, федерок закинем. Друзья, Днепр — лучшая река в мире, а? Гляньте, какая сегодня погодка, природка. Да. Всем привет, всем здорово. Руслан, канал Крутая Рыбалка. Друзья, всем здорово. Я на Днепре. Фух, погодка бомба. Видите, какая красота. Так, что по времени? Что у нас по времени? 11:08. Видите, я сегодня не с утра. Ну, так получилось. Это ж такое дело. Как получается, так и ездим. Короче, в принципе, вторая половина дня, дай бог, наша. Шашо. Фидер, думаю, закину и макуху. То есть сегодня в основном упор на макуху. Спиннинги на нивочках. Ну, короче, сейчас пиляем макуху, разбрасываемся. Я думаю, тут, там поставлю в кустах. И посмотрим, что сегодняшняя рыбалка нам принесет. Вам, как всегда, приятного просмотра. Точите крючки и погнали. Вы же помните, первым делом шоу раскладываем под саку, и 90% успеха в нашем деле. Это уже проверено годами, друзья. Так, всегда хочется быстрее, но оно быстрее не получается. Сапоги обязательно. Будем заходить в воду. Сбрасывать. Так, а где тут были? Туда повесим. Так. Тряпочка пойдет. Все пойдет. Где наши спиннинги? Опа. Ух. Это уже быстрее пульнуть. Я вам уже, друзья, сто раз их показывал. Спиннинги бомба для Днепра. Когда эта катушечка невская жужжит, это, конечно, бомба. Так сказать, спиннинги для души. Опа. Чик. Есть. Ох, а, как жужжит. Есть. Опа. Такие вот кусочки получились. Антиогонь. Берем только раз нашу резиночку. И есть. Я два крючка больше не ставлю под макуху. Некоторые три. Когда-то, помню, было и четыре. Но я вам скажу, что два достаточно. Хоп. Хоп. Хоп-хоп. И вот такая, как всегда, наша подачка. Сейчас позаряжаем. Там будем пулять уже. Здесь парочку надо будет поставить. Опа, на бревнышко так. Может, тычку пойти взять? Точи потом. Ладно, пока пускай так стоит. Ну что, друзья, погнали. Ой, первый заброс на сегодня. И пускай нам в этом повезет. Ого, течение такое сегодня нормально шмалит. Так, когда течение, главное зацепчик найти. Нашли зацепчик, чтобы, хоп, макушка наша там где-то остановилась. Потому что без зацепчика ничего, друзья, не получится. Вроде стало. Вроде стало наше дело. Так, это будет где-то здесь. Так, наша макушка. Блин, надо будет, наверное, тычечку принести. Может, и не надо. Сейчас как-то так сделаем. Да, вот так нормально. А оно, если жикнет, то будет все так слышно и видно. Так, где наш пенопластик? Ого, высоковато получилось. Ну, ничего. Все. Короче, первый есть. Осталось немножко. Так. Тут надо вот так сделать, чтобы спиннинг наш не украл. О. Как, давай нам коробца. Ну, короче, сейчас все остальные раскидываемся. Фидрок. И будем ждать клёва. Гляньте, как трясет. Опа. Я фидрок. Первая на фидрок. Ну, так лупила, похоже, на плотву. Обычно так делает плотва. Такие вещи. А ну. Ух ты, да, я думаю, что плотва.
Там, ой, блин, макуху зацепил. Ё-моё, её снесло. А ну, плотва. Ну, я же вам говорил. Дичайшая плотва. Гляньте, какая. Опа! Ха-ха! Все первое есть в нашем зачете. Чикс. Смотрите, какая красавица. Осенняя. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, прошло буквально 10 минут. Это, наверное, меньше. А может и 10. Гляньте, бомба на красненький шарик. Пойдет. Заторбим, а там посмотрим, куда мы их. Или на тараньку, или пойдет назад. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Я не хотел, тихо-тихо. Так. Где бы его так привязать, чтобы нам удобно было? Я думаю, здесь пойдет. Раз. И два. Огонь. Да, огонь. Вот такая поклевочка была. Просто дичайшая. По каше у меня светлый чеснок и черный чеснок. Основная база светлый чеснок и немножко черного, так сказать, как изюминка. И плавающие насадки. Видите, делают вещи. Сейчас такое течение, правда, сильно. Далеко не кидаю под берег. Вот видите, только закинул, потому что я вам говорил, даже еще не размыло. Прошло там, ну, может, минут 5. О, даже кашу не буду добавлять. Сейчас мы туда, где было. Недалеко кидаю, потому что очень сильное течение. Хотя полтинник стоит и нормально. Зацепчик нашел, никаких проблем. Друзья, поклевочка. Карпушек. Вижу. Опа. О, есть. Я сижу, слышу катушка, только джик-джик. Хотел макуху только перекинуть. А вроде еще и неплохой. Уже сапоги одел. Ничего не раз это, не разжужжал. Это нормальный кабанчик, друзья. Вам видно там? А, только в зацепе он был. Вышел. А, духовочный. Ну все же. Тихо. Опа. Друзья, есть. Духовочного взяли. Сейчас вам покажу. Видите? Джики и карпик. Духовочный. Так, как ты там засел? А ну, о! А по классике. Урод. Я думал побольше. Я тянул там такое бы казалось. Видно, что-то зацеп какой-то был. Так, макушка еще. Огонь. Опа. Гляньте, какой красавчик. Осенний. Ух. Сазанчик. Или карпик. Не, вроде карпик. А может и сазанчик. А не, похоже на карпа. Эти, макуха рулит. Осень. Осень по макухе работает просто на ура. Только джик. И карпик такой вот красавчик. Там как раз место было освободилось. Я пошел, 3 штучки сбоку кинул, видите. И не зря, друзья, и не зря. Такой вот красавчик. Ух, на макушке наши. Макушки наши захотел. Ух. Ну а что, а пружина стоит пока такой. На пружину что-то слабовато. Ну, пружина-то такое. Сегодня, в принципе, я и хотел на макушку поводу басить. Пружина-то я так кинул, чтобы не скучно было. Ну, рыбачим дальше. Подставку обязательно помыть надо. А то будет нам... Ой! Запахи потом. Видите, друзья, и погодка поменялась. Ветер поменялся. Пасмурно. Вот вам видно. Видите, как сильнее стал.
Так. Я думал макуху поменяли. Видите, еще есть. Я вам сейчас скажу. Еще. И там еще тоже так заброшено стоит. То есть это еще где-то часик точно постоит. Не будем, так сказать, мешать. Сейчас пойдем и закинем. А, пенопласт нет. Ну ладно, потом возьму. Пускай достоит уже вместе со всеми. Тик. О, походу там он мелочь сидит что-то. Там есть. Так. Что-то попустило. Сейчас или я зацепил, когда тянул, или карась. А, не, сидит что-то. Сейчас вытянем. Какая-то мелочевка. Села на кусок макухи, только испортила. Так, тут есть. Надо будет пенопласт поставить. А ну. А, сидит. Сидит что-то. Я думаю, карась, наверное. Сейчас как раз посмотрим, что у нас там. По макухе. Да, есть. А ну. Тун-тун. Может быть и плотва. Что такое дело? Чикс. Жил плотва. Опа. Ха. Пойдет. К той своей подруге. Видите, макуха еще есть. Так. Смотрите, в торбочку отнесем. Так, а ну пока полежи. И поплаваем. Кто-то забыл. Значит, макушка где-то часик еще пускай постоит. Приблизительно. Не буду ее тревожить. Потому что, видите, здесь вообще нормальный кусок. Причем обычно мелкие карпики сами не ходят. Так, ну что, погнали. Удивительно, на пружинку сегодня что-то вообще. Вот тут там плотва, пару поклевочек. Правда, хотите верьте, хотите нет, наверное, был карпушек, сход был. Взял так, загнул только бздынь и нету. Ну, короче, что-то сегодня на пружинке слабенько. Такое себе дело, не знаю, или течение сильное, или что. Ну, ладно, то такое. А за рыбалочку, друзья, это по 50 грамм чая надо дать. За наших карпух. Карпики там плавают. Так, есть. Чайку. Ух, какой чаек. Печенье я уже съел, остался только чай. Ух, чаечек. Ну что, друзья, такая пока обстановочка. Макушку перекинул. Сейчас в районе 3 часа дня, где-то так, приблизительно плюс-минус. Ну, короче, еще посидим. Думаю, забросик один. Это часа 3 где-то приблизительно. Ну, то есть до вечера добьем день. О, друзья, ничего себе. Загнуло как. Такая поклевка, дай спиннинг. Интересно, что там. Я уже подумал, что там карпушек. Может, там он и есть мелкий, ну, не знаю. Ну, что-то такое поприличней сегодня село. На пружинку, чем до этого было. А ну что там? Или плотва большая? А ну, ну. Ну так вроде не скажешь. Уже ли карпушек? Тихо, тихо. Не, карась. Хорошенький карась, друзья. Ха-ха. Ну поклевка была, конечно, на фидер, блин. Одно удовольствие их ловить. Смотрите, какой карасевич. Опа! В нашем зачете. Чирк, чирк. Тихо, 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 друг. Дай я тебе покажу. Да подожди ты. Да подожди. Гляньте. Тихо, тихо. Ох, какой красавчик. Гляньте, осенний красавец. Осенний карасик. И вот желтый с оранжевым. Тихо, тихо. Оп. Так, надо тебя в садочек. Ну, сейчас. Пока закину. Пока погуляю в подсаке. Друг наш. Оп.
Да, вот она такой экземплярчик нормальный, я вам скажу, по сравнению с теми, которые были. Ну, тихо, что там запуталось? Уже давно вечером клюют такие неплохие экземпляры. Сейчас уже начало шестого, я вам скажу. Я вот это доловлю-то и все, я не буду больше бросать. Хотя посмотрю по ситуации. А ну, еще на пару забросов должно хватить. Оп. Оп. Так, руки обязательно. Погнали. Как говорится, на рыбешку, на плотву. А там посмотрим. Так. Так, ну куда-то туда. Оп. Есть. Тихо, тихо. Что-то там тыр-пыр. Но не жужжит. Или карась большой, или маленький карпик. О, видите. То, что я и говорил. Я думаю, что оно, видите, отъехало. Тю. Это непонятно. Берег пошел или что? Наверное, карпуша маленький. А ну. Даже сапоги не одевал. А, что-то вообще никого нету. Да, друзья, никого нет. Или что-то мелкое. Может, плотва сидела, хищник клюнул. Потому что я вообще не слышу ничего. А ну, что там? Ты что-то... Не, что-то есть. О, так там карась такой, ничего себе. Ну, под сакой возьмем его. Видите, вечерний клев. Тум. Пойдет. Смотрите, какой карасевич. Так, ладно, чуть я тянуть туда потом буду. Сразу и закинем. А я думал, никого. Не, ну так это вообще огонь. Гляньте. Блин, и вторым крючком еще. Ага, так. Гляньте, какой лапоть, а? Какой лаптик. Ого, тихо-тихо-тихо. Грузики, туда, караси, вот такие зачетные, сюда. Так, давай там поплавай пока. Видите, макуха работает не только по карпу, и по карасям. Кстати, я сейчас когда-то понял, запилил рыбалочку. Ставил плавающие насадки под макугу, и караси клевали. Ну, кусок такой еще нормальный, думаю, можно закинуть. Этот у меня так сблизи стоял, недалеко кидал. О, блин, наверное, ну ладно, перекинул. Ничего, ничего, вот третий здесь. Был между, а теперь будет самый крайний. Голубь кушает прикормочку. Кстати, целый день прилетает. Конечно, прикормочка просто огонь. Рыбка клюет, голуби клюют. Можно голубей наловить. Видите, как прикормочку кушает. Не зря рыбка ее любит. Оп-оп-оп. Интересно, что мы там сегодня торбанули по-тихому. Кстати, под вечер карасик проклюнул. Довольно таких очень хорошо, хороших жаровых размеров. Так, палочка пускай будет на следующий раз. Ну что, друзья, видите? О, карпик уцепился. О, пойдет. Тюнь. По-тихому с вами и надубасили немножко. Так сказать, на поджарку. А ну, тихо-тихо. Буду весь. Ой, камеру хоть не забрызгало. Не. Это постоянно, конечно, пока и выпутаешь. Дают жизни. Тихо. Да, я думаю, вообще рыбалочка. Огонь. Видите, по-тихому
все рыбы наловили. Макушка работает. Карпика поймали. Оп. Тихо, тихо. Такого очень замечательно духовочного размера. Тихо, тихо, тихо. Полежи пока. Видите, под вечер карасишки проклюнули. Такого очень жарового размера. Какие-то такие прогонистые, длинные. Смотрите. Вот такой сегодняшний улов. Тихо, тихо. Карасики. Плотвица такая, сестрица. И речная карпия, гляньте. Ух, карпужик какой. Духовочного размера. О, и фидерок там что-то клюет. Слышали? Да под вечер начали караси проклевывать. Вот такие прогонистые. Так, ну, плотва нам не надо. Плотву мы выпустим. Пускай идет. Оп-оп. А это пойдет, так сказать, на жареху. Что, друзья, вот такая получилась рыбалочка. Макушка работает, пружинки, фидерок. Ну, короче, рыбалочка получилась. И на этой позитивной ноте буду крутить педали домой. Спасибо, друзья, за просмотр. С вами был Руслан, канал Крутая Рыбалка. И до новых встреч. Всем пока.